Всем привет! С вами телеканал Hello TV, и мы на реальной премии Music Box. Как артисты готовились и какие наряды выбирали, и кто же из звезд победил, давай смотреть вместе с нами. Ну что, погнали? Расскажите, какой сегодня у вас цвет настроения? Ну, конечно. Черный. Знаете, так как я дизайнер, и сегодня в моем костюме выйдет Аруся, продюсер Music Box, конечно, я жду этого момента для того, чтобы запечатлеть себе на память. Там сладкий момент, наверное, будет, когда артист, за которого ты болеешь, победит. Я очень болею за Лободу, да. За Элджея, за Димочку, конечно же, Билана. Ну и, естественно, на первом месте у нас кто? Стас Михайлов. Для меня самое сладкое – это хорошая музыка. Я надеюсь, сегодня мы ее услышим на премии. А за кого голосуете? Блин, вы знаете, ты, настолько выбор большой, что тяжело кому-то, причем мы со многими дружим, и кому-то отдать свой какой-то голос, это просто для артиста. Ага, ты голосовал за него! Мне нравится то, что здесь всегда красивые девушки, все ухоженные, все нарядные, красная дорожка. Естественно, ты в очередной раз напоминаешь себе, что ты среди звезд, и это не может тебе не нравиться. Образы мы придумали за день. Да, за день. Собрались за 3 часа, все по-быстренькому. И вот такие красотки. Наверное, это победа. Самая сладкая – это победа. Недавно вышел мой трек, называется он «Жара». Буквально несколько дней я прилетела из Канады, где снимала свой последний клип на этот трек. Он такой весь солнечный, яркий, вкусный. Мне так захотелось быть солнцем в эту, скажем так, похолодавшую погоду, уже такую не летнюю далеко. Мне хочется освещать, нести тепло, так же, как и мое творчество. Оно несет тепло, радость, любовь. Прекрасно чувствую. Я очень в восторге из-за этого, это тут вообще шикарно. Первый раз такое видеть и очень доволен. А как готовились к сегодняшней премии? Как все стало на днешний вечер? Ještě jednou? Jak se chystala na dnešní večer? Chystala jsem se tak, že jsem zabalila rychle oblečení do kufru a letěla jsem do Ruska z České republiky. Ona prostě gotovila tak, že jí řekl poletět, zrazu se bral, čemu tam poletěl. Моя первая премия Music Box, до этого было Грэмми только пока, поэтому на самом деле я не ожидала такого, здесь царит такая прям атмосфера, что напоминающая Грэмми, и я очень, сегодня я пою, я выступаю, это моя первая премия Music Box, я буду петь свой англоязычный хит Book of Love. Что для тебя самое сладкое на этой премии было? Ну, наверное, знакомство с Ольгой Бузовой. Как предыстория, она... Ну, и у меня вышла песня «Новелла» моя. И Ольга ее очень часто вообще в Инстаграм всегда в истории заливала. И, ну, пела там в машине, танцевала под нее и так далее. И вот мы с ней сейчас встретились. Что она тебе сказала? Ну, вначале мы такие, типа, меня представляет это Иван, она такая не понимает, кто. Потом «Новелла», она такая, типа... Ну, сразу так нормально заобщались, вот. Я хочу передать привет Виктору Уксусову и всем парикмахерам России, Москвы и им клиентам. Всем привет. Готовился, ну, я помыл голову, потому что я парикмахер, и мне нужно обязательно быть с чистыми волосами. Я выбрал самую чистую одежду, значит, прикрыл лысину кепочкой и очень долго ехал сюда, потому что, говорят, была авария, но, в конце концов, я здесь и очень этому рад.